Полный бизнес. В Лас-Вегасе живет Сэмми Мэтьюс, основательница представлений с пышнотелыми большими прекрасными дамами, или ПБПД. Она открыла первое в городе стрип-шоу больших женщин. Вегас — город худых. Здесь не очень-то приветствуется избыточный вес. В первом клубе, куда мы обратились, нам сказали, что не хотят нас видеть. Нам не нужны толстушки. Слово «нет» мне лучше не говорить, потому что я буду настаивать и искать варианты, пока не добьюсь своего. Сэмми договорилась о проведении своего шоу в одном из ночных клубов за пределами главного бульвара Лас-Вегаса. Это одно из немногих заведений, где полные танцовщицы и даже ПБПД-модели могут раздеваться за деньги. У нас можно увидеть женщин, которые, казалось бы, и не подумают танцевать. Это красота. Сэмми едет на встречу со своим деловым партнером Марисом, чтобы обговорить предстоящее шоу с большими девочками. Ну, просвети меня, что у нас намечается. Карла приедет. Джулия. До того, как Сэмми и Марис запустили свое шоу, пышнотелые женщины в Вегасе не могли зарабатывать деньги стриптизом. Долгое время, если девушка была ниже, чем 1,65 м и весила больше 50 кг, она не могла заработать в стрип-клубе ни цента. Теперь большие девушки приходят танцевать бесплатно, они танцуют, и все, что им дают, оставляют себе. Спросите у них, это неслыханно. Этим никто раньше не занимался. Я думаю, что мы своего рода первопроходцы. Мы первыми это устроили. До стрип-шоу остается всего 5 дней. Сэмми делает все возможное для того, чтобы вывести пышнотелых больших прекрасных дам в мейнстрим. Полный бизнес.